Політика.UA продовжує парламентський ефір. Радий вітати усіх, хто щойно до нього долучився. У наступні 20 хвилин актуальні події політичного життя країни та світу аналізуємо із гостем студії, експертом із міжнародних та правових питань Андрієм Бузаровим. Пане Андрію, доброго дня. Добрий день. Давайте почнемо із подій міжнародного значення. От, зокрема, трагічна подія цього тижня. 4 військових українських загинули на Донбасі. І от, власне, ця ситуація знову закцентувала увагу і привернула увагу до розв'язання цієї проблеми Донбасу, зокрема, і президента України. Пане Андрію, чи є це першим таким яскравим свідченням того, що із-за нової влади домовленості з так званою тією стороною вони не досягають ніякого результату? Я думаю, що при новій власті, при будущому новому парламенті і взагалі новій системі виконавчої влади буде энергичные попытки предприняты поиска новых путей решения ситуации на Донбассе, имплементация Минских соглашений в целом. Я убежден в этом. Я вижу, как Зеленский активно работает на уровне международном, в части создания, возможно, новой платформы и реанимации нормандского формата за счет или с помощью США. Я вижу, есть определенные позитивные тенденции по линии Минской контактной группы. И я вижу, что внутри партии «Слуги народа» есть ряд людей, которые хотят заниматься вопросами Донбасса. При этом я хочу сделать один акцент очень важный, который при предыдущей власти никто не делал. Есть три разные проблемы. Есть проблема Крыма, есть проблема подконтрольной части Донбасса, есть проблема оккупированных территорий Донбасса. Это кроме проблемы. Это разные проблемы. Причина везде одна – Российская Федерация, которая ухудшила ситуацию. Но это разные проблемы с точки зрения их последствий и с точки зрения решения. Потому что по Минским соглашениям есть по оккупированной части Донбасса, по Крыму нету соглашений. Подконтрольная часть Донбасса также нуждается в особом контроле, в особой системе поддержки инфраструктуры на государственном уровне. У нас было Министерство оккупированных территорий, еще пока есть, которое показало крайнюю неэффективность своей работы. Я знаю, что сейчас есть группа депутатов в партии «Слуги народа», и Максим Каченко, и будущие депутаты, и Кузнецов, и Нелли Яковлева, Руслан Горбенко, они будут, скорее всего, входить в специальный комитет, который будет заниматься... На кшталт комитета реинтеграции? Да, но он будет, наверное, общий, судя по всему, там права человека, Крым, Донбасс, но тем не менее будет особый контроль. И я убежден, что при Зеленском будет создан специальный орган, возможно, параллельно с Министерством оккупированных территорий, либо вместо Министерства оккупированных территорий, возможно, национальная комиссия при президенте, куда войдут общественные деятели, эксперты, представители гражданского общества, возможно, наши партнеры из Запада, которые, кстати, поддерживают подобные идеи. И этот орган будет конкретно заниматься многими аспектами и экономическими, и инфраструктурными, и гуманитарными по Донбассу. Я сейчас не говорю о политической части. Минские соглашения, нормандский формат – это чуть-чуть другая история. Но, судя по всему, Зеленский, президент Зеленский большой акцент делает на Донбассе. Кстати, визит в Турцию его недавно, он это подтверждает, где он открыто обратился к премьер-министру Турции, к Эрдогану, за экономической помощью, подчеркиваю, за экономической помощью, и речь шла, прежде всего, о подконтрольной части Донбасса. Это очень важный момент. Пане Андрію, ну а звернення президента України до представників нормандського формату, зокрема вже є реакція президента Франції, який планує обговорити це питання із Ангелою Меркель, із Володимиром Путіним. Взагалі перспектива є? Я убежден, що буде зустріча і Зеленського, і Путіна, можливо, навіть в рамках нормандського формату, але, скоріше всього, це пройде після зустрічі президента Зеленського з Дональдом Трампом. Вот хорошо бы знать нам, когда будет встреча Зеленского и Трампа в США, поскольку от этого зависят многие аспекты двустороннего сотрудничества Украины и США, решение конфликта на Донбассе, понимание многих моментов и так далее. Пока у нас, к сожалению, нет ответа на этот вопрос. Ідеї, які неодноразово президент України озвучував під час виборчої кампанії, зокрема його бажання розширити нормандський формат, от наскільки взагалі це може бути темою для перемовин з Дональдом Трампом і взагалі якою може бути позиція? Ну, чесно скажемо, США, якщо б хотіли, вони б вже були в нормандському форматі. Є спеціальний представник США по питанням